Тут как-то по-зимнему одеты. Ну, всякий случай. Вчера, что ли, еще после игры давно не заезжал? Я заехал. Ну как, нормально? После игры восстановился? Ну, восстановился, ну, да. Смотри, тебе... Ты как наш дебютант. Первый раз вызвал сбор, но знаешь, у звездного тебя все равно не подкатит, да? Или есть немножко, да? Голова, чтобы не закружилась. Тебе, смотри, майку сборную выключаем. Она у тебя первая, да? Поэтому давай. Добро пожаловать в сборную. Спасибо. Надеюсь, что вольешься в коллектив, поможешь нам. И себе в том числе. Спасибо. Продолжить так же, как ты сезон матч. Леш, добро пожаловать в сборную. Новогорск, первая команда страны. Ты получил футболку. Что чувствуешь, что на душе? Ну, во-первых, очень приятно, да, находиться здесь. Сбылась, наверное, моя маленькая мечта попасть в национальную сборную. Вручили футболку. Для меня это огромная честь. Да, футболка сборной России с моей фамилией. Ну как тебе футболка? Посмотри. Почему номер такой, понимаешь? Какая твоя вообще цифра любимая? Да особо нет любимой цифры. Говорю, приятно. Фамилия и герб. Сегодня День знаний. Ты довольно молодой футболист. Когда был твой последний День знаний, твое последнее 1 сентября? Ну, 1 сентября, наверное, было в колледже, но именно если в школе, то это было в 9 классе в нашей частной общеобразовательной школе «Локомотива», где были только мы, футболисты. Конечно, это было очень приятное время. Какие у тебя любимые и нелюбимые предметы? Любимый, наверное, назову физика, потому что был хороший учитель, интересный и в целом интересный предмет. Нелюбимый, наверное, химия, не особо давался. Есть ли у тебя любимый игрок сборной? Вот, может быть, есть такой футболист, который даже сейчас играет? Наверное, нет такого. Просто, в принципе, уже находиться здесь среди лучших, да, в таком коллективе уже приятно. Буду стараться учиться чему-то, да, у опытных футболистов. У тебя достаточно модная прическа. Ты кем-то вдохновлялся или это порыв твоей души? Порыв только моей души. Просто захотел спробовать. Решил. Ой, нравится. Твои друзья из «Локомотива» праздновали гол танцем. Ты как к этому относишься? Отношусь нормально, но, наверное, я не с той категории, да, которая там танцевать будет. В целом считаю это нормально. Это, наверное, немного украшает футбол. Интересно следить за ним, смотреть для болельщиков, тем более. Ты сказал, что твоя маленькая мечта сбылась. Есть ли какая-то более большая мечта в сборной? Ну, в сборной, если, наверное, выйти на чемпионате мира в футболке сборной. Но уже сейчас счастлив очень находиться здесь. Буду стараться проявлять себя.